Нормально, да, Дим? В лаваш, понял? Не, ну я же говорю, нормально, когда знаешь мужиков. Блять, ты не заебался брать этот? Кто? Ну, блять, солдата. А ты что, хочешь им поиграть? Не хотел. Уже. Не, я могу отдать. А я уже взял этого мальчика с пальчика. Так хэ, нажми, ну, H, блядь, и забери его. Сейчас я сменю всех. Забирай. А ты что взял? Лол. Этого типа, что смотришь? Бля, какой ты уродливый. Сука, лицо как жопа. Пошли. Что такое? Давай в бассейн. Пройти, да? Ой-ой. Все очень плохо. Да, звучит не очень. В лаваш тащи. Не-не-не, пожалуйста, 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 не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Пацаны, это вам, да? Куда, напарник? Подлечить. Короче, сидим тут. Рестаун, плиз. Готово, зайду в спину. Он вдова наверху сидит. А я не вдова, поэтому это ваша проблема. Это проблема. Надо было телепорт. Троих убил, сука. Эта игра вообще не про это, хоть, блядь, 20 человек убили. Здесь люди должны убивать, но... А чё по мне дамажит? Вперёд! Покажи им! Показал он. Там вдова, призрак. Призрак занят, неформально. Стреляю, блядь! Поправьте здоровье. Если вы порвали на комаре, так же не прошло. Откуда у него ульта? Да какие уже? Пиздюк. Ну пацаны, вы где? Вы помогать будете вообще? Окрестно место. Да там это сделал, убежал с ультой, причем. Да какой ультой, блядь, я без ульты? Ну, уже нет. Ее и не было. Ну теперь не забыл. Когда мы, за... не попадаю, когда мы зашли на точку, я ее использовал. Когда мы только зашли, а, я взял и убежал куда-то. Зачем? Так она закончилась все. Ну так и шо, я же хил с тобой. Куда ты убежаешь? У них была точка 99% времени. Давай наверху. И типа мы сосем. Да. Че нет? Меня высосали. Где эта обезьяна? Обходит, обходит, обходит. Пошли нахуй. А, выкинул меня, бля. Стерва. Блядь, я тоже. Я тебя тоже выкинул. Хотя я нажал shift, ну блять, как всегда, тут такой тутлак иногда бывает. Смотри. Ты вроде, блядь, на кнопку нажал. А игра думает, что ты не. Ааа, Диман, ну ты видел, да? Покажи им. Меня не удержать. Пора прятаться.
видел? Умри, умри. Ну, умри. Я выбил руку рипера, все нормально. Вы у меня валенцы из соляного просто, блядь. Сзади рипер, сзади рипер. Да рипера бейте, блядь. Если мне с руку выйду. На колени предо мной. Понятно, не выйду. Покоритесь моей воли. Она убежала. Или не га? На победе. Бля, 1%, смотри, сколько долго держали, бля. Найс. Я и последнего убил. Я вам не пасхальный кролик. Так, вот тут аккуратно посередине колодец. Не провалитесь. Короче, не самоубиваться. Вас могут убить. Там колодцы само. Блять, не покил? Спасибо. Сзади. И вот я прошу говорю. Кто прыгнул? Да его вот не прыгнул, вот это щит. Двойное убийство. Тройное. Я захватываю объект. Кто за мной? Кто сам? А, нет! Там по мне стрелял не... А, вон. Вижу. Слева, 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 слева. Пойду схожу к нему. Ох, нихуя. Сходил? Он меня сразу встретил. А, так меня было видно. У меня тут сбоку, сбоку у вас. Хуйня, телепортнулся. Давай, 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 хуярь! Война продолжается. Ульту! Устранен. Боже, как. А, сзади. Хорош. Силой мысли уничтожил. А почему он попадает, а я нет? Вот. Почему он попадает, а ты нет? Там есть еще. Ой, все, пизда, я валю. Пиздец. Я убежал. Я ж по ним стрелял. А чё было то, что взорвалось? Ульта его? Есть еще? У меня ульта, да. О! Хорош. Пошли нахуй отсюда. Ничего себе. А вот это хайлайт подъехал. Так у меня уже второй такой хайлайт. А чё второй? Я троих убил. А он четверых убил. Нормально. Сейчас посмотрим, кто лучший. Димон нашел место. Лучший момент, мальчик. Заслали. Обезьяна, которая нас выкинула. Да? Наверное. Да он просто разбушевался нахер. Что делал? Как тень сделал просто вовремя. 26 убийств, дядь. У кого? Я 55%
скиллов вообще мои. Найс. Шаровой, блядь. Я 15 сделал. Я 26 и умер 4 раза. Мне контейнер дали. 15 на 4. О боже, они и тут статуи меряются. Да. Статой. А хули на. Приглашаю быстренько дружать на. Василий Рупа. Такая музычка. Сомбре. Мы теперь солдаты. А мы же в Мексике, да? Ну вроде. А вот, сейчас присоединиться. Вроде недалеко. Музычка четкая. Вано, ты тут? Нет танка, нет медика. А, вот. Если он пикнет кого-нибудь, кроме ДД, надо его пикнуть. Он мешает. Димон, такой рофл, короче, сидит Медведев с руками, такой машет, говорит, видите, 40 миллионов бедный, и говорит, оба, теперь их 19 миллионов, ловкость рук и никакого мошенничества, он просто махнул руками. Нормально. Классная шутёк. Не, ну правда же. Это что, это про рашку? Да, да, да. Диман, давай встаем как эти, как бронза. Я вот тут вот пикаем. Да, здесь. Да, как призраки. Все сработало. Крыша. Ай, бля. Сзади или что? Сбоку, сбоку. Вот тут крышу так сделали, что ты в принципе не закрысишь, блядь. Ох, ты что? А где стреляет? Я на шпагате. А, вот. Я упал. А? Есть те, кто поднимается. Он на шпагате упал. Зайду сзади. Давай, я только не это красное говно. Не гони. Ай, жулик. Да бейте ее! Диман, ГГ, сори. Надо было дольше летать. Ой-ой-ой, вот это я зря, вот это я зря, ой-ой-ой. Моя суперспособность почти готова. Прям спасаю. Да убейте его уже. Бля. А че я перестал попадать, Олег? Не гони! Война продолжается. Кого преследуют? А вот это вот говно, да. Бля, все, йога. Но у меня ульт есть уже. У меня уже был. Пойдем, ты шустрый, конечно. Я! Вот почему я так не умею, как когда играю за этого персонажа. Мне нужно лечение. Вот же стерва. А у нас же в принципе здесь одинаковые персонажи. Да. Ну, да. По дамагу. Да. А, значит, он мне в голову попал. А то я думал, как он перестрелял. Так, а закон мне теперь поиграть, раз там такие жесткие типы играют. Там жесткие типы. Там чувак, который... Они меня вдвоем убить не могли, минуту две. А меня постоянно убивают. Почему так? Извини, он задрот, и ему как-то легче играть. Согласен. Я сколько, часа три играю? Там сколько у нас? На вот. Где-то так.
Сейчас расплаты. Так, я откуда? Надеюсь, я не попал, пропал. Он решил меня убить. Попробуй за нервы. Ну, блядь, как он Варна не убил, меня он убил. Потому что я застрял. Спасибо, Дарк. А, нет. Куда Бобби ушел? А сейчас узнаешь. Да ладно. Он стреляет в спину. Глушение. Чем он оглушен? Граната, что ли? Ну да. А не, он подсечку сделал. Какая тяжелая подсечка. Вот он еще. Способность готова. От меня никто не скрывает. Так он обходит, смотри. Жить не обходит. Суперспособность готова. Больно. Суперспособность готова. Мне бы не помешало помощь. Только три. Как славно. Хорошее решение. Это кто? Это Эш, что ли? Ну да, тоже похож на Эш. Надо попасть. Эш, в деле. Это было зонящее колесо, да? Я надеюсь. Да. Чтоб они не борзели, бля, если слышишь. Так, обходит, обходит слева один. Диппер обходит, вот здесь аккуратно. Ты понял, Серхон? Бля, что? Вот ты смотри. Мне нравится наш сюрприз. Я даю один бодишот данстилит. Даю бодишот данстилит. Я просто сбоку зашел. Сзади. Просто делает подсечку, жулик. Кто? Тут есть ближний бой? Да. Кнопка И. А? В. Инди. Да, он тоже придет, пусть. У меня это как раз немножко. Да гребаный рот. Трое у меня в прицеле. Сейчас расплачу. Да как? Пиздец. Сейчас расплату. Все, въебали, въебали, да? Да. Как бы да. 8-6, пиздец. Мало пошел. Куда он пошел, Дима? Лучший момент матча. Вот этот чувак жесткий, капец. Согласен. Он врывается и... Да так и надо. И меня, блядь. Сука. Я в прошлом раунде два раза такую движуху замутил, и все равно обезьяна затащила. А ты в Бога веришь? Не исключаю такой вариант. А что там с Богом, если там обезьяна? Ну это просто очень важный момент, когда ты получаешь хайлайт. Окей. Бог, Бог за тебя, Дима. Как бы, если не крещеный, то ловить сразу нечего. А ты крещен? Ну, несмотря. Да. Сука. Понял. Крещеный склонит, что не так. Да все нормально, все так. Никто тебя не осуждает. Да. Ну я хотя бы за солдата не гоню. Солдат пехота, это мясо. Какой пехота? Сейчас солдат гей, и когда он бультует, он говорит, ты в моем прицеле. Да, да, да. Да мне похуй, если честно. Гей он или нет, да? Это знаешь, это как в Honor играть 4 на 4 и говорить давай 1 на 1. Если есть персонаж в игре, значит нужно его юзать по максимуму. Ну да. А потом начнешь как Илюша сзади заходить с ультой. Легко. Я так и делаю, в принципе. Ты в моем прицеле. Теперь мы все солдаты. Крестятька. Крестятька.
Здесь классно, что хотя бы нельзя выбрать одного и того же. Там, кстати, с левого фланга чувак. На турельке. Понял? Он просто стреляет. Ты танки. Диман Мандариме. Блять! Сам себя убил, это пиздец. Мы теперь сопровождаем. Турелька. А где Баст? Припаркован. Турелька убегает. А, бастион, это турелька. Блять, все время. Все время меняю персонажа. Да ну нечестно. Забываю. Да гребаный рот. Что с. А будем колонну двигать или. Да, двигаем. Это было нечестно. Ой-ой-ой! Это было прям полностью нечестно. Ну все, пора. Мать нас ебал. Свой все чели, пацан. Да еб, блять. Да чё он со своей цепурнёй пристал? Он скилли, чё с ногой? Ранил. Я бы тебя спасу на мух, если дойду. Паскуда. Да пейте эту обезьяну. Помогите мне достать. Он цепью ебёт, пиздец. Он танк? Там наверху, наверху идёт, бог. Блять, он задолбал. Нихуя. О, я возьму фару, у них нема этих, скажи я тебе скажу. Нет, сначала колесо сдам. Скажи я тебе скажу. Насилую! Что ты пустил? На, пидор, блядь. Там кто-то обходит, на да? Колени предо мной. Да стой ты ровно, гребаный шашлык. Сверху. Турелька. Я нашел обезьяну. Батя не приулетит. Да ну больно. Дайте хил. Не. Шо, маленький. Можно было не хилить, я понял. Я ж такой на всякий случай поставил, чтобы ты попал, понимаешь? Ну, я не промазал здесь ни разу. Это была роковая ошибка. Да. Архангел вышел. Прямо мне заебил. Я убил лаваша, он убил меня. Разменялись. Тут что, ваншота эту лука? Ну если в голову, да. Ну только. А давайте вы по щитам стрелять будете. Давай. Дима, какой счет у тебя? Восстановите силы. Беспорт. Куда он убежал? Так какой счет, ёпта? Кого? Ну понятненько. Ой, там кажется. Там вдова я и. Не попал, слипом, сори. 4 на 4. Блять, а мы идем в тот же размер. Уже 4 на 5. Не стоп, ясно. Ну блять. Куда он уплыл? Справедливость сама собой не восстановится. Прогресс невозможен без жертв. Осталось одно. Я захватил. Пацаны, минута осталась. Давайте двигайте. Че, кому буст давай? Сдавай этому вану. У него ульта готова. Один раз спрашиваю. Сзади, сзади, сзади. Лучник! Еще, блядь, обезьяны. Там еще в комнате, вот там, да. Я в шахе. Диман, давай! Давай, пока мало... Не ссы, делай! Су, сейчас я. Понял. А.
Бля, забыл, что у меня самохилка есть. А, репер без предупреждения, да? Без объявления войны? Без объявления ульты? Без ничего, блядь, просто. Пацаны, я тут по ультую просто, да? Диман, сори, я перенервничал. Как меня не победить? Сзади, сзади, сзади. Моя сука способность хочешь готова. О, у меня ульта. Нет ульты, ну все, Путин. Да как он там так сзади играет? А чё ты с ним вообще дерешься? У тебя... Охуеть. Чё за хуйня? Чё у меня? А, я был вообще калёный, пиздец. Меня так просто не одолеть. Нахуй я пошёл тут. Сопровождаю груз. Я не из тех. Смерть уже рядом. Должны ой, блядь! Эх, поварно. Блядь, пиздец, там жестко попало меня, уже пиздит, блядь. Ну, блядь, там обезьяны, это со своими цепями. Да как они так играют? А, она всех ваншотит? Да всех она ваншотит. Я спит. Я же дал. Да божечки, блядь, пацаны, я мир стихнул. А там сзади говно. Диман, F. Я его добил. Где-то легче. Да, наверное. Блять, оглушение. Нее. Уйди, обезьяна. Боже. Как по вам попадать, тощие вот сволочи? Снайпер, да, этот снайпер на крыше, стрелял. Это просто на крыше, пиздец. На крыше, блядь, так хильте же меня, ну я ж стреляю, блядь. Как я тебя прохилил, если тебя ваншотит? Она не ваншотит. Бля, 6 на 10 игра. Я записал себе блокнот, давай не ваншотит. Да она, когда она быстро так стреляет, она не ваншотит. Да как он так, блядь, голову хуярит? Вблизи, я так в голову не попадаю. Пиздец. Проиграли. Хватит стоять на месте. Хватит стоять на месте, говорит. Зачем вы фару взяли? Там вдова жесткая, она, блядь, убивает. Вот, да красная, вдова красная. Вот это поможет. Да он заебал, ну честно слово. Он был каленый и сразу стал, блядь, заряженный хпшкой. Как так? Так в этом и весь момент. Я не знаю, как эта хуйня работает, потому что я... он 100 хп сразу на 250 резается. Я просто... Да это хуйня с двумя пистолетами. А? У него вампиризм дробовиков. Вампиризм. Сосёт хп. С ним нельзя стреляться на ближней дистанции. Чем ближе с он... С вот этим педрилой, который и стреляет. С двумя этими пистолетами. А у него дробовики. Два дробовика. Вот этот педрила. Вот почему он не умирает. Да. Потому что у него вампиризм. Так он нахуй вампиризм? Откуда он его взял? Смотри, как убил меня. Фут, 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 фут. Откуда он нахуй его взял? Какой нахуй вампиризм? У меня запись. Нахуй вампиризм, блядь. Так я ж смотрю, выходит на меня полностью без хп, и тут у него сотка, знаешь, я думаю, откуда, блядь? Нахуй вампиризм. Ну ты ж с ним играл, короче. Но я не замечал, что он у меня хилится.